Мало того, что у вас вот здесь мутигальник постоянно орет радиодачу и Пугачиху, так вы параллельно с ним запускаете вот это вот безумие для никого вообще. Просто присядьте, выдохните и перестаньте заниматься вот этим. И сейчас перевод. Мама, я хочу на пляж или на дачу, а не все это. Мама, забери. Я хочу уйти из школы, из ДК. Мама, нахрена? Мама, забери. Может, пойдем туда, где есть хотя бы вода. Не знаю, вот мне кажется, именно об этом она поет. Такой небольшой баскрип. Я подошел, если спросил, почему вы прямо сейчас не заберете свою дочку с этой жарищи и не пойдете домой? Ответ прост. Они знают, что их дочку просто...